коммутативно. То есть я забываю про то, что АВ умножить на У, это АВА. Сейчас новая задача. Рассматриваю произведение. 1 плюс x умножаем на 1 плюс q квадрат x, на 1 плюс q в кубе x и так далее, на 1 плюс q в степени n x. Вопрос. Можно ли результат? А результат понятно какой будет. Это будет многочлен от x. То есть у нас будет какая-то степень от 0 до n, да, многочлен от x. С каким-то коэффициентом? Вот можно ли этот коэффициент выразить через гауссовое числосочетание? Оказывается, да. Давайте просто сделаем конкретное вычисление, потому что здесь, наверное, быстрее самому убедиться. Посмотрите, что это такое, когда n равно 2. Это 1 плюс q плюс q квадрат, давайте я так напишу, 1 плюс q умножить на q, и плюс q в кубе x в квадрате. Теперь то же самое. 1 плюс qx умножаем на 1 плюс q квадрат x на 1 плюс q в кубе x. Смотрите, ребят, что получается. 1 между 1 между 1 напишем 1. Так получается x в первой степени. Коэффициент q плюс q квадрат плюс q куб. То же самое напишу. 1 плюс q в квадрате умножить на qx. Как получается x в квадрате? Либо q на q квадрат умножаем, либо q на q куб, либо q квадрат на q. В любом случае q в кубе можно вынести. И после того, как вы это выносите, у вас получается опять та же самая штука. Так. Ну и, наконец, q q квадрат q куб при x в кубе. Это будет q в шестой x в кубе. Если вы или подумаете, или напишите еще одну строчку, то вы поймете, что верна следующая замечательная формула. Число сочетаний Гауссова из n по k надо умножить на x в степени k и умножить на q в степени k, k плюс 1 по. Ну, смотрите, ребята. Во-первых, это равенство можно доказать прямым числом. Вы понимаете, что это в конце концов алгебраическое тождество, да? Давайте это сейчас, собственно, и сделаем. Во-вторых, его можно доказать комбинаторно, понять, что, то есть, почему оно очевидно. Каким образом оно доказывается прямым вычислением? Мы просто говорим, что прямым вычислением, если мы хотим проверить вот это равенство, то надо сделать так. Надо взять первые n-1 множители, написать это как сумма число сочетаний из n плюс 1 по k, q в степени k умножить на k плюс 1 пополам x в степени k, да? Вот такую вот сумму надо умножить на вот это. Ну, на единицу умножать сплошное удовольствие, надо только переписать. А на q в степени n умножать, ну, тоже понятно как. Мы должны написать число сочетаний из n минус 1 по k. Можно я здесь напишу не k, а какую-то другую букву. Индекс суммирования же все равно какой. Значит, l пробегает значение от 0 до n, да? Q в степени l, l плюс 1 пополам, плюс n умножить на x в степени l плюс 1. И, надеюсь, вы понимаете, почему я написал L. Потому что видно, что здесь x в L плюс 1, а здесь x в k. Поэтому разумно сделать замену. L плюс 1 вот в этой сумме заменить на букву k. Давайте я это сейчас прям вот что-то на месте сделаю. Здесь было L плюс 1. Получится x l плюс 1 это k, l это k минус 1, да? Вот так вот, плюс n.
здесь число сочетаний из n минус 1 по k минус 1. Суммирование ведется. L бегал от 0 до n, значит L плюс 1 бегает от 1. Ой-ой-ой-ой-ой! Суммирование везде было до n минус 1, ребята. Это описка, конечно, но неправильно. Суммирование было до n минус 1. K бегает от единицы до n. Хорошо. Так, теперь поговорим об индексе суммирования. Если я сюда вместо n минус 1 напишу n, никому хуже не будет, потому что сочетание n минус 1 по n это все равно 0. Поэтому я здесь напишу n. Если я сюда напишу 0, то поскольку число сочетаний, когда внизу минус 1, 0, то ничего не будет. Я пишу сюда 0. И у меня индекс суммирования одинаковый. Теперь уже могу забыть про вот эту сумму. И речь идет об этой сумме, да? X в k и здесь, и здесь. Какой же коэффициент при x в k? Очень просто. Q в степени k умножить на k плюс 1 пополам. X в k. И вот теперь самое интересное. Это что такое? Это гауссовое число сочетаний из n плюс 1 по k. Плюс то, что вот отсюда прибежало. А смотрите, что отсюда прибежало. К умножить на k минус 1 пополам на k меньше, чем k умножить на k плюс 1 пополам. Поэтому на самом деле, если я выношу вот то, то у меня здесь будет q в степени n минус k. Так пишем. Q в степени n минус k умножить на число сочетаний из n минус 1 по k минус 1. Ребята, если вы вспомните начало нашего занятия, то вот то, что здесь в скобках, это и есть число сочетаний из n. Вспомните, такая регулярная формула у нас была. Вот алгебраический доказатель. Но надо доказать.